Профессиональный праздник химиков состоялся 27 мая во Дворце культуры Тольятти Азота. Гостей встречали актеры арт-группы «Вуаля» на высоких ходулях. У тазовцев и гостей праздника была возможность признаться в любви Тольятти Азоту, что они с удовольствием и делали. Это дом, а те, кто там работают, ну, как близкие родственники, большинство. Вот, наверное, за это. Дом невозможно не любить по определению. Если это не так, это значит, это что-то плохо. Слава Богу, пока все хорошо. Люблю его за все. Здесь прошло, в общем-то, наверное, вся моя вот жизнь, которая, до которой я вот в данном случае дожила. Люблю его за что? Ну, во-первых, это место работы мое, да? Дом и работа у нас основные два места, которые мы любим и ценим. Работу как дом и дом как работу. За что я его люблю? Я работаю уже больше 20 лет, и, знаете, уже где-то, наверное, сросся с этим. Просто уже идешь как домой, действительно, можно так сказать. За что его люблю? За то, что любит завод нас. Он же делает для нас, в общем, можно сказать, все, что может. Тольятти Азот – это прекрасное предприятие, которое умеет делать сказку. Это моя жизнь. Я 30 лет здесь отработал. Как приехал, живу в Тольятти 30 лет. И работаю 30 лет на ТУАЗе, вот и все. Рашид Рифкатович, для меня эта песня вот про заводскую проходную, да, что да. В люди вывела меня. Совершенно вот приехал, нет. Кем приехал? Оператором. Оператором. Работаю. Сейчас начальник, ну, можно сказать, одного из лучших цехов предприятия. Поэтому... Больших цехов. И, а, да, да, и самых крупных цехов, да, да. Есть такое выражение, ТАЗ – это для нас все. Это наша жизнь, наша работа, наш досуг. Наши друзья, наши партнеры. Вот поэтому как можно не любить самого себя, не любить свою семью? Я вас очень люблю за ваш коллектив, за вашу отзывчивость, за то, что вы всегда рядом. ДК находится непосредственно через дорогу от администрации. И никогда не отказываете вот в разных вопросах. Ну, ТУАЗ – это для меня все. В первую очередь, моя жизнь, моя работа, моя семья. В ТУАЗ мне дал все, могу сказать. Ой, не было бы ТУАЗа, не было бы меня. Я все-таки депутат, бюджет, да, это вот для нас как бы все-таки нужные вещи, чтобы город развивался. А ТУАЗ очень стабильно работает сейчас и является одним из главных наполнителей нашего бюджета. А на ТУАЗе я приобрел свою первую специальность. В далеком 83-м году, когда я учился во второй школе, я закончил УПК, такой был предмет, слесарь КПА. Поэтому, тазовцы, дорогие друзья, земляки, я вас от всего сердца поздравляю с праздником вашим профессиональным, с Днем химика, потому что химики – это элита. Это элита не только технарей, но и рабочего класса. Перед началом торжественной церемонии для гостей показали небольшой фильм о сегодняшнем дне Тольятти Азота. Александр Андрианов, специалист по декларированию грузов 48-го цеха, исполнил авторский рэп, посвященный ТАЗу. Химики принимали поздравления от генерального директора корпорации «Тольятти Азот» Вячеслава Валерьевича Суслова, отметившего, что химическая индустрия – локомотив всей промышленности страны, а «Тольятти Азот» – лучшее предприятие отрасли. Вот, считаешь, там, одни из лучших, там, наверное, самые лучшие, там, одни то лучшие, мы лучшие вообще, чего вообще стесняться-то? Вячеслав Валерьевич и заместитель генерального директора по управлению персоналом Татьяна Викторовна Ефремова открыли церемонию награждения работников завода. В профессиональный праздник удостоились наград 116 человек. По сложившейся традиции в День химика самым достойным тазовцам присваивается звание «Заслуженный работник корпорации». В этом году их 10 человек. Все они известные на заводе люди, не один десяток лет трудовой жизни отдавшие Тольятти Азоту. Председатель областной думы Виктор Сазонов поздравил тазовцев от имени депутатов губернии. Виктор Федорович вручил тазовцам благодарности и почетные грамоты губернской думы. Я глубоко убежден, что самые главные победы у этого предприятия впереди, потому что они постоянно модернизируются, постоянно все делают для того, чтобы именно было высокотехнологичное производство, а это сегодня основа дальнейшего развития. Поэтому я хочу и от имени губернатора, и от Самарской губернской думы, от себя лично сердечно поздравить руководство предприятия, весь трудовой замечательный коллектив с этим профессиональным праздником.
Были награды от Министерства промышленности и торговли Самарской области, от городской думы и от мэрии городского округа Тольятти. ТАЗовские почетные грамоты и благодарственные письма вручали заместитель генерального директора, директор по операционной деятельности Виктор Александрович Казачков и председатель профсоюзного комитета Ольга Борисовна Севастьянова. О каждом из награжденных говорилось много хороших слов, как о грамотных, надежных, трудолюбивых специалистах, преданных родному предприятию и своей профессии. Подарком для ТАЗовцев и гостей праздника стало выступление Зары. Для нее наши галантные мужчины не жалели цветов. Спасибо нашему руководству, что отмечает работников. Ну, конечно, это не только, наверное, моя заслуга, но и заслуга коллектива, в котором работаем, заслуга цеха, то, что и цех работает хорошо. Неофициальная часть праздничного вечера продолжилась в разных залах дворца. Приятным сюрпризом для гостей стало выступление финалистов конкурса талантов «Минута славы». Лаборанты 15-го цеха представили зрителям музыкальный номер с настоящими химическими опытами. Трио гитаристов исполнили рок-композицию. Массажист 51-го цеха Наталья Гордеева спела известную песню, а оператор ЭВМ 38-го цеха Надежда Пешкова удивила восточным танцем «Птица Феникс». Финалистов конкурса поздравил с победой лично генеральный директор. Им вручили дипломы, сертификаты и памятные подарки. Гостей развлекали артисты разных жанров – циркачи. Мы сегодня работали, но после работы мы пришли сюда, в это ДК, чтобы встретиться с своими коллегами, чтобы поздравить друг друга. Да. Для нас это действительно праздник. Вот День химика, наверное, самый такой вот хороший праздник такой вот для души, для сердца. То есть все дела свои оставляем, приходим, чтобы просто пообщаться вот в такой обстановке нерабочей. Потому что работа – это работа, ответственность и все прочее. А здесь мы просто такие, какие мы есть. Спасибо нашему заводу, нашему руководству, вообще, что нам эти праздники еще делают, да, хотя это сейчас такая редкость. И что мы получаем вот такое вот моральное удовлетворение и заряд на нашу последующую хорошую работу. В Белом зале зажигала группа Luxury Cover Band, под чью заводную музыку гости с удовольствием танцевали. Впечатление, конечно, вот сказочно даже не назовешь. Любил бы я ребенка, я бы сказал, что, как дети говорят всегда, вау, это выше крыши, это такой вот обзор, такие впечатления, которые, наверное, сохранятся у меня до конца жизни теперь точно. Большое спасибо нашему руководству. Я, как ветеран завода, заслуженный работник корпорации, очень благодарна за это приглашение. Всем здоровья, всем заводчанам, семейного благополучия и счастья. Праздник очень хороший, обалденный, можно сказать. Все очень хорошо поставлено, все очень культурно все. Я даже не ожидал, что может быть такое вообще. Тем временем на улице перед дворцом проходила праздничная концертная программа для всех жителей Комсомольского района, которые пришли разделить с нами радость профессионального праздника. Художники рисовали шаржи, дети играли с аниматорами и занимались творчеством. Гостей развлекал иллюзионист, показывая фокусы. Хорошее настроение для гостей создавали творческие коллективы и приглашенные артисты, а также кавер-группа «Кабинет 23». Праздник получился по-семейному теплый и душевный, где каждый нашел повод для веселья и радости. Атмосфера уюта, семейности, то есть все друг друга знают, постоянно подходят, все здороваются, поздравляют, ну, все очень хорошо, красиво и приятно. Праздник отличный, атмосфера просто взрывающая, все люди веселые, очень много знакомых лиц, все очень нравится. После светодиодного шоу загремел традиционный салют. Красочный фейерверк стал яркой и эффектной кульминацией профессионального праздника химиков.